Матвеева, лауреат международных конкурсов и фестивалей «Крым, Москва, Польша, Минск», которая является ее же автором. Называется она «В память о Хатыни». Встречайте ее в Куртне. В народе говорят, что мы живы, пока память о нас жива. 70 лет мы сердцем с вами, мы о вас не забыли. Бессмертна ваша душа. Жива. Ах, эти 20.